Анонс и точная дата выхода пятой серии нового турецкого сериала «Последнее лето». Пятая серия сериала выйдет в эфир 29 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Якмур была сильно возмущена тем, что Каан следил за ней. Каан считает, что их отношения построены на вранье, и говорит Якмур, что между ними все кончено. Сонер похитил Агуна и сказал, что он ступил не на тот путь. Сонер хочет отплатить по счетам Агуну и собралась подстрелить его руку. Но неожиданно позвонил отец Сонера и захотел лично поговорить с Агуном. Мужчина сказал, что ему известно о непричастности к делам его отца. Ему предлагают стать частью их команды. И для этого Агун должен будет постоянно находиться рядом с прокурором. Агун не понимает, что от него хотят и какое направление он должен будет выбрать. Или же от него хотят, чтобы он стал таким же, как прокурор. Теперь опасность угрожает не только Агуну, но и близким для него людям. Селим не хочет, чтобы Джанан работала с Фатихом. Ему совсем недавно стало известно про их совместное сотрудничество. Он хочет как можно скорее закрыть эту тему и просит не затягивать. Селим уверен, что Фатих не просто так крутится вокруг его жены. Джанан не нравится то, что Селим ставит перед ней условия. Она также не хочет больше тянуть время. Взяла телефон и позвонила Фатиху, сказав, что принимает его предложение. Напомним, пятая серия сериала выйдет в эфир 29 января. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.